Дорогие мои хорошие, привет. Значит, небольшой дайджест новостей. Значит, первое, что я хотел сказать, потому что это есть вопросики некоторых. Да, действительно, Сириус запретил дрифт в Сочи, на Сочи автодроме, что, безусловно, является огромной потерей для этого прекрасного места, для этого региона, для этого федерального, для этой федеральной территории. То огромное количество участников с командами, со зрителями. Это тысячи людей, больше, многие тысячи вместе со зрителями людей, которые приезжали в Сочи, жили в гостиницах, ели в ресторанах, катались на аттракционах, отправляли детей, брали в прокаты машины и составляли экономику, в общем-то, этого места, то, ради чего оно создавалось. Они сейчас этой возможности лишены. Я уже не говорю про команды, про большое количество команд, пилотов, инженеров и всего. Поэтому я, безусловно, очень расстроен этим обстоятельством, как и все вы, как и все участники, как и все организаторы. У многих с работой из-за этого там сложности с логистикой, ну то есть там колоссальные потери, совершенно ничем не оправданные, оправданные всякими глупостями, по-другому даже не скажешь. Жизнь имеет свойство циклично возвращаться, и восторжествовать. Вот, поэтому мы искренне надеемся, что так оно и будет. На данном этапе вот так. Сочи все, пока этап переносится в Усть-Лабинск. Или Усть-Лабинск. Сейчас меня начнут управлять. Да, конец февраля. Да, я это все давно, соответственно, хотел сказать, но что-то как-то то болел, то время не было, то что-то как-то настроения не было. И сейчас вот я еду с отличным настроением, с отличнейшим настроением, потому что сейчас я еду на стройку, у меня сегодня монтаж системы очистки воды, я сегодня вам еще подсниму там. И, я сегодня на самом деле, сейчас думаю, как сделать, подснять вам там в домике чуть-чуть, история стоит быстренькая. Или все же подснять и смонтировать буду. Наверное, так и так сделаю. Да, пожалуй, так и так сделаю, потому что не у всех есть возможности смотреть целиком. Там более такая техническая часть. Да, так что я сегодня спойлерну вам. Сейчас вот доеду, спойлерну. Батя звонит. Так, просим батю, сейчас я перезвоню. Значит, что еще? Подготовка к сезону полным ходом. Гроза, как вы видели, в процессе. Я тоже в процессе сейчас. Вернусь к тренировкам, потому что у меня, соответственно, нельзя было этим заниматься. И, в общем, буду держать вас в курсе. Ну, похоже, что астрологи объявили неделю контента, и количество публикаций увеличилось вдвое, потому что прямо сейчас, пока я вот пришел Валерой на танцы, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале небольшой новый ролик про то, как мы начали работать с грозой, как мы и обещали. Поэтому проходите, там конкурс. Вы вот просто так же не пишите комментарии, а в конкурсе вы любите во всяких участвовать. Вот там конкурс, где можно выиграть свитшот «Автоспорт в опасности». Все подробности в ролике. Вот нажимайте лайк, репост, все как обычно. Пойду ребенка с танцев заберу. Я стал другим. Чок, пропадаете так далеко? За ютубе. Ребяточки, как мы там говорили-то?